Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами известных художников, скульпторов Андреа Делла Робби, «Мадонна с яблоком», около 1460 года, терракота, глазурь, 70 на 52. Андреа был не только племянником Луки Делла Робби, но и его приемным сыном, талантливейшим учеником и наследником мастерской. Он также мечтал о крупной форме, начинал работать с мрамором, но влияние Луки оказалось сильнее. Андреа сделался крупнейшим творцом своего времени в области майоликовых изображений. Его спеленутые младенцы в медальонах на фасаде здания Филиппа Брунеллески сиротского приюта стали широко известны благодаря многочисленным копиям. Впрочем, реплики изготовлялись и на его мануфактуре для рассылки по Италии и в различные страны Европы. Практику вел его дядя. Первая работа Андреа «Майолики» чрезвычайно походит на произведение наставника. Так и представленная Богоматерь, очаровательная и нежно задумчивая, родная сестра, в кавычках, Мадонны Луки. Однако совершенно очевидно, что выразительность круглой пластики также привлекала Андреа. Ну вот такое описание к работе «Мадонна с яблоком» Андреа Делла Робби я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великие музеи мира». До свидания.